так что называется, чтобы почувствовать чувство, что называется, прекрасного, единение с природой. Но, к сожалению, у нас сильно подвела погода, потому что как бы планировалась штормовая, я по прогнозу смотрел, она недостаточно штормовая. Тут на самом деле ревет, волны вот до туда же добивают, когда погода штормовая на самом деле. Ну и плюс, конечно, этой коммунальной аварии очень многие люди отказались. Я созванивался со многими, а осталось около 30 человек, ну, опасаются просто есть по понятным причинам. В окнах вылилось 500 этих цистерн, фекальных вод примерно. Кстати, то есть это все течет туда, то есть и так вот. Ну, тем не менее, вот пока я искупаюсь, Дима, она тоже искупается, то есть что-то будет. А сколько градусов вообще вода? Вода, я думаю, градусов. Ну, а у вас, как сказать, минимум температуры, когда вы заплывали? Ну, ноль, когда зимой. А, то есть для вас-то, можно сказать, почти кипяток. В этом сезоне уже сколько раз купались? Вот осенью. Я регулярно тренируюсь, но последнюю тренировку пропустил, потому что из-за той же самой причины. Вообще причина на самом деле была другая. Я иммунитет такой, что вряд ли на меня это подействует. Но тем более вроде и сказали, что не очень высокая концентрация. Но дело в другом, что не было горячей воды, потому что отлиться невозможно.